Горсправка. Существует ли в ГИБДД горячая линия для обращения жителей? Сообщать о пьяных водителях вы можете по телефону, указанному на экране, а также писать смс-сообщения на этот же номер в WhatsApp и Viber. О других правонарушениях, совершаемых на дороге водителями, а также о происшествиях и преступлениях, вы можете сообщить по телефону дежурной части 02. Задавайте свои вопросы и смотрите ответы в программе «Горсправка» и на сайте первомедиа.ру.